отечеству венчает 20-летний период борьбы, успехов, достижений и славы социализма в СССР. Рабоче-крестьянская Красная Армия, как и весь Советский Союз, готовы всегда жить в мире со всем миром. Но Красная Армия также готова каждый миг порошок стереть врага, дерзнувшего напасть на страну трудящих. Наша армия существует не для нападения, но только до момента нападения врага на нашу родину. Она будет самой нападающей из всех когда-либо нападавших армий, если враг ее понудит к этому. Да здравствует наш праздник 20-летия Октябрьской социалистической революции! Да здравствует наша могущественная коммунистическая партия! Да здравствует наш великий Сталин! Ура! Самый как рай, южный город северных морей. Человек проходит как хозяин необъятной родины своей. Тут жизнь невольна и широка, точно Волга полная течет. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Никто у нас не лишний, по заслугам каждый награжден. Золотыми буквами мы пишем всенародный сталинский закон. Этих слов величие и славу никакие годы не затрут. Человек всегда имеет право на учение, подвиг и на труд. Радостнее жить, и никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить. Но сурово брови мы насупим, если враг захочет нас сломать. Как небесную родину мы любим, бережем как ласковую мать.